Привет, с вами снова я, Ниагара, и мы пойдем разгадывать уже последнюю загадку. Нужна ему палочка. Ой, она в таком легком платьишке зимой. Так. Вот, палочка. И нам нужно ее как-то забрать. Я вижу палочку, посмотрим, как это работает. Палочка, палочка, вручалочка. Так, давайте смотреть. Это что? Это вверх. Рука пошла. Это сюда. Ага, мы забрали палочку, все поняла. Так. Теперь можешь? Вот так. Дай-ка мне. Отлично. Как хорошо все получилось. Это было последнее задание. Пора домой. Как-то быстро так у меня это получилось. Я думала, там сложная будет загадка, связанная с этим механизмом. Так долго он меня смущал, я никак не могла понять, что же там делать там. А оказалось, использовать, отдать. Да. Вот ваша палочка, сэр волшебник. Ах, великолепно, восхитительно. Ты сделала это. Правда? А где камни? Я могу их одолжить. Я не могу одолжить тебе камни. Эти камни очень-очень особенные. Я могу разместить камни на дверные замки. Но ты... Только ты можешь повернуть ключ и открыть дверь. Понимаю. Король сказал, что покажет мне, где дверь. Ах, тогда мы должны пойти поговорить с ним. Как считаешь? Да, вернемся в замок. Так, ну ты со мной? Вернемся в замок. Так, погодите-ка. Это нам нужно сюда, да? А не об этом? Но он со мной не пошел, я не знаю. Он может быть потом там как бы очутиться. Не знаю. Сейчас посмотрим. Так, ну тут пока никаких видений, слава богу. Котик. Все. Хорошо. У нее на стуле глаза, мама. На троне, вернее. Я будто на небесах. Кто ты? Оставь мистера Полночь в покое. Вот же наш котик, это какой-то двойник. Твоя голова опять играет с тобой. Ты не видишь свое отражение. Я? Нет. Нет. Отпусти мистера Полночь. Сейчас же. Мы убиваем предателей. Он один из них, Френ. Разве ты не видишь? Мой котик не предатель. Он обещал быть на моей стороне. Обещал. Как твои мамочка и папочка? Они обещали о тебе заботиться. Очнись, Френ. Ты окружена предателями. Оставь меня в покое. Оставь в покое моего друга. Я единственная, кто у тебя есть, Френ. Я так-то всегда на твоей стороне. Избавимся от этого предателя. Что скажешь? Будем счастливы. Давай будем очень-преочень счастливы вместе. О, боже. О, уходи, уходи. Это была не я. Боже мой, ужас какой. Френ, что случилось? Почему ты плачешь? Я сошла с ума, сэр. Я сумасшедшая. Доктора были правы. Но ты не сумасшедшая? Мне очень жаль, что ты так думаешь. Ты должна быть счастлива. Ты нашла камни и снова стала человеком. Это в самом деле здорово. Моя милая, дай мне вытереть твои слезы. Я не хочу причинять тебе боль, но могу сделать это в любой момент. Ты этого не сделаешь, я знаю, потому что ты любишь меня. Да, котик, я люблю тебя очень сильно. Френ, помнишь, что я сказал тебе? Если ты любишь, ты жива. И это единственное, что важно. Ты всегда найдешь себе силы бороться с монстрами внутри. А теперь давай откроем дверь, чтобы ты попала домой. Да, да, давайте сделаем это. Так, он куда-то пошел. А, мы идем за ним. Ты далеко? Вот, мы и здесь. Да, ну где дверь? Ах, да, нужно сделать ее видимой.
Но ты уверена, что хочешь вернуться? Я уверена, сэр. Хорошо, поехали. Человек должен уйти. Открой тайную дверь в их реальность. Позволь человеку вернуться домой. Ух ты, мы отправляемся домой, котик. Он сам пришел. Хо-хо-хо, король Жьяр, доброго вам дня. Я принес камни, чтобы это милое создание отправилось домой. Спасибо, сэр, я очень нервничаю. Будет странно быть вдали от вас всех. Тогда не уходи, я могу сделать тебе жилье волшебное. Волшебник, она должна уйти. Я получил послание от одного Валака. Она еще не готова. Ох, понимаю. О чем вы говорите? Готова к чему? Ну же, волшебник, размести камни, нельзя терять время. Но готова к чему? Ты помнишь, что Валака сказала тебе о столкновении с правдой? Ах да, кажется, помню. Ну, мне продолжать? Да, вперед, сэр волшебник. Волшебные камни сотворить и замок, какой лишь человек открыть бы смог. Так. Что ж, настало время, Френ, стать ключом. Теперь ты единственный, кто сможет это открыть. Ух ты, хорошо, посмотрим. Головоломка, что ли, какая-то? Я что должна делать-то? Мне тут нужно как-то все соединить, что ли, или что? Это отключается, поняла. Вот тут у нас получается полосочка. Ну, соединить как-то надо. Ну-ка. Ага. Сюда теперь синий. Ага, ну все, поняла. Поняла, теперь звездочку нам было нарисовать. Так, я чую победу. Снова. Ты сделала это, Френ. Можешь отправляться домой. Я так взволнована. Ох, хотела бы я оставить вам что-то на память. Мы тебя не забудем, ты особенное создание. Ох, чуть не забыл. Палантрас передал тебе это. Ого, какая шкатулка. Спасибо. Скажите ему, мне жаль, что я не смогла помочь с ранами. Я отдала свой пластырь девочке в клинике. Но в любом случае, я передам, не беспокойся, ему уже лучше. Ох, перед тем, как ты уйдешь, ты должна знать. Прежде чем вернуться, ты пройдешь через тайный лес. Лес — это невидимый проход между нашими реальностями. Ты можешь встретить ужасных существ, которые захотят тебя съесть. Просто беги. Они не очень расторопны. И вы говорите мне это только сейчас? Звучит очень страшно. Не беспокойся, ты справишься. Надеюсь. Что ж, мистер Полуноч, попрощайся. До свидания, господа, я прекрасно провел время. Вы мне очень нравитесь. До свидания. Все, ушли мы в этот портал. Создания, которые захотят ее съесть. Какого черта? Это что-то типа мини-игры? О, какая жесть. Давай. Беги. О, все, я поняла смысл. Давай, давай. Самое главное тут, короче говоря, все делать правильно и вовремя. Почему она падает? Там вроде такой как бы, как сказать, преграда-то не настолько прямо серьезная была. Ладно. Падает. Давай, давай, давай. Так, мы сможем. Мистер Полночь. Ой, я попала на самый краешек. Смешная игрушка. Я не думала, что здесь будет такое бег с препятствиями. Бежит она, естественно, сама, я только прыгаю. О, все, отстал. Открыто достижение. Беги. Глава 4. Воображаемый друг. Часть 1. Всего, по-моему, 5 глав в игре. Я читала.
тоже наш воображаемый друг. Так. Боже мой, дверь открылась. Ого, интересно. Пойдем, мистер Полночь, давай выясним, где мы. И исчезла. Ох, Френ, побыстрее бы найти наш дом, я умираю с голоду. Мистер Полночь, смотри, по-моему, мы на другой стороне моста. Помнишь, тот, который мы пытались перейти, прежде чем упали в Иверсту? Да, я помню. Здорово, пойдем дальше, котик, только нужно быть осторожнее. Это мои таблетки. Ух ты, куда они? Так, ну без таблеток мы, естественно, никакую другую реальность не увидим. Дом. Подозрительно, да? Дом. Наверное, дом в этом направлении. Угу. Тут их забирают. Обычно ничего не могу собрать. Ягодки. Так, показывает мне дорогу. Вкусные ягоды. Не думаю, что они в огне. Ладно. Так. Кроме баночки ничего больше тут не вижу. О, господи. Ох, нет. Не нужно было трогать таблетки. Плохая, Френ. Плохая. А что теперь делать, котик? Мы в ловушке навеки вечные. Ну, не навеки, скажем так. Кот такой. Френ, ты уже здесь? Что ж, я не ждал тебя раньше. 2:35. И как я вижу, ты больше не в западне. Интересно. Так или иначе, позволь мне представиться. Я Итворд, твой верный друг. Итворд, я вас знаю. Вы кажетесь мне знакомым. Да, я создание ночи. Мы играли вместе. Я помог вернуть тебе мистера Полночь обратно, помнишь? Правда? По-моему, мне самой удалось найти своего котика. Эй, это вы свели сестер с ума? Нет, я не сводил сестер с ума. Они считали, что это был я. Понимаешь? Но все потому, что они никогда не заглядывали в себя. Что вы подразумеваете под «они никогда не заглядывали в себя»? Они обвинили меня и не признали тот факт, что родители их никогда не любили. Но давай не будем говорить о сестрах, хорошо? Разве ты не узнаешь меня, дорогая Френ? Длинный человек в цилиндре. Я всегда приходил по ночам и рассказывал тебе истории, когда ты была маленькой. Я пришел к тебе, когда ты меня придумала. Но я невоображаемый, понимаешь? Я часть твоей реальности. Я вас придумала, вы выглядите очень знакомо. Не могу это отрицать. Я существую, потому что ты существуешь. Правда в том, что... Ты смогла меня придумать, потому что я уже существовал. Впрочем, у нас нет времени говорить об этом прямо сейчас. Собственно, я здесь, чтобы отвезти тебя домой. Следуй за мной. Отвезти меня домой? Я не могу этого допустить, я вас не знаю. Я не причиню тебе вреда, я не создан из тьмы, я твой друг. Ладно, вы кажетесь хорошим. Я пойду с вами, но я все еще вам не доверяю. Ну и отлично. Идем, я хочу тебе кое-что показать. Ой-ой-ой, какой он жуткий. Ну что скажешь, котик? Мой дорогой, должны ли мы доверять Итворду? Я не знаю, моя дорогая. Давай притворимся, что мы ему доверяем. Чтобы он не подумал, что мы его боимся, хорошо? Хорошо, котик, я это смогу. Притворимся, ладно? Это что за механизм? Это типа дом? Узри летательный аппарат Итворда. Что думаешь? Сойдет, но он правда летает? Да, я повезу тебя домой на этой великолепной машине. Мы полетим, как только я поправлю детали. К тому же, еще нет 2:35, 2 часов. Замечательно, но что насчет 2:35, сэра? Я не понимаю. В этот момент время замедляется, что позволит нам войти в ультрареальность. Внутри ультрареальности мы можем путешествовать туда, куда захотим. Прямо сейчас мы находимся в бесконечных пределах второй реальности. А ты являешься частью третьей реальности, понимаешь?
Да, я понимаю, звучит безумно. Но, сэр, мне нужно просто ждать, пока вы закончите чинить машину. Ждать, конечно. Нет, ты можешь достать воду и огонь ягоды, хорошо? Хорошо, наверное, лучше сделать что-то, чем ничего. Отлично. Вот мое удивительное ведро ручной работы. Я сам его сделал. Ах, и огонь ягоды. Ты поймешь по огню, какие ягоды нужно взять. Хорошо, но, сэр, могу я спросить, зачем вам ягоды и вода? Ягоды являются невероятно хорошим топливом. Их хватает на очень много часов. А вода нужна, чтобы избавиться от грязи, от камалов. Камалы, понятно. Только бы они не крутились вокруг летающего аппарата. Никогда не угадаешь, но мы знаем, что они не любят воду. Так. Ох, дорогая, чуть не забыл. Твои таблетки, они тебе нужны. Некоторые вещи все еще невидимы для твоих глаз, понимаешь? Вот. Ага, нам вернули таблетки. Невидимы для моих глаз? Понимаю. Что ж, спасибо. Я пыталась поймать таблетки, но западня поймала меня раньше. Ах да, насчет этого. Извини, мне нужно было как-то привлечь твое внимание. Ничего, сэр. Я выбралась в мгновение ока. В любом случае, я пойду за водой и огонь ягодами. Сейчас вернусь. Отлично, я подготовлю машину. Ну, он там занялся делом, а нам нужно посмотреть, принять таблеточки. Так. Ага. Ух ты, как много волос, такие блестящие. Я словно в волшебном мире волос. Давайте смотреть. Убирайся, убирайся! Ты вторглась на мою территорию. Что? Простите, я думала, что вы мертвы. Как ты могла такое подумать? У тебя нет никаких манер, юная леди. Мне очень жаль, но вы вроде весь гнилой и окровавленный. Я? Гнилой и окровавленный? По-моему, ты все неправильно поняла. Почему вы так говорите, мистер Лось? Мистер Лось? Я не лось. Я смерточервь. Смертоносный червь? Простите. Нет, не смертоносный червь, смерточервь. Я не хожу и не убиваю существ. Я лишь придаю земле то, что существа забрали, в чем они больше не нуждаются. Но я вижу только говорящего лося. Где вы? О, здесь внизу существо. Ты меня видишь? Вот вы где. Вы такой крошечный. Привет, меня зовут Френ. Привет, Френ. Могу я спросить, почему ты дотронулась до лося? Обычно только падальщики трогают мертвых животных. Ты падальщик? Конечно, нет. Я хотела забраться на него и достать огонь ягоды. Понятно. Думаю, это невозможно. Этот лось все еще крепкий и твердый. Но огонь ягоды горят, ты можешь обжечься. Да, я вижу огонь, но мне нужно как-то их взять. Удачи тебе, взбирайся, я продолжу работать. Спасибо, сэр. Так, а как я их должна взять? Ад. Было написано дом, теперь ад. Так, а шкатулку, кстати, надо изучить. Интересно, для чего Палантрас дал ее мне? Я не могу ее открыть. Понятно. Так, использовать. Это бы сработало, если бы в ведре была вода. А-а-а, ну да. Теперь понятно. Ладно, пойдем тогда воду искать. Это что такое? Ух ты! Слезай, что ли? Можешь слезть? Сюда. Обратно. Так, и мы с тобой пойдем за водичкой. И водичка. У-у-у. Опять такие штуки, которых мы расчесывали, да? Привет! Вот эти сияющие насекомые, что застревают в деревьях? Да, мы обычно застреваем. Откуда ты знаешь? Ты не одна из нас. Я встречала таких, как вы. Я помогла им освободиться. Как мило с той стороны. Любопытство приводит к непредвиденным ситуациям. Да, по-моему, любопытство — это хорошая вещь. А вы застряли? Вовсе нет. Мы просто хотим сделать наши волосы самыми длинными. Ого, звучит потрясающе. Удачи, мне пора идти. Пока. Ну, пока-то пока. Где мы возьмем воду? Я вот здесь нигде ее не видела. Вниз. Водичка. Так, это что? Ох, там мост, я знала, что мы на другой стороне. Лунный свет, очень романтично. Я могу зачерпнуть? Ох, нет, я не могу дотянуться.
Поняла. Так. Ну, мне придется попросить как-то волосы, что ли. Отстричь я и волосы ножом. Прошу, мне нужна помощь. Позвольте привязать это ведро к вашим волосам. Привязать ведро к нашим волосам? Зачем? Звучит безумно. Вовсе не безумно. Мне нужна вода из-под утеса, но я не могу дотянуться. Мне необходимо использовать ваши волосы как веревку. Прошу, помогите. Хорошо, мы поможем тебе. Крепко привяжи ведро. Ах, спасибо, вы очень добры. Наполните все ведро, пожалуйста. Класс. И? Где мое ведро? Тащи его. Во. Теперь ведро полно воды. Спасибо, сияющий насекомый. Теперь мне пора, я должна идти домой. Дом там, где мы хотим находиться. Ну разве дом находится где-то? А что, простите, я не совсем поняла вопрос. Это был риторический вопрос. Я имела в виду, что ты и есть твой дом. Пригласи себя внутрь. Там ты найдешь много дверей, чтобы открыть. Ах, звучит загадочно и красиво. Я попробую как-нибудь другой раз. Пока. Дайте-ка мне это ведерко. Ага. Но оно ничего не весит. Странно, что оно ничего не весит. Полезли теперь сюда. Убирайтесь. Падальщики. Это я, сэр. Могу я снова забраться на лося? Вперед. Червь живет там. Жуть какая. Так, использовать сюда. Забираю. Огня больше нет. Теперь я могу взять ягоды. Но не могу сорвать руками, они крепко держатся. Так, позабираем эти ягодки. Отлично. Спускайся. Только он говорил, что ему нужны были горящие ягоды. А мы их потушили, получается. О, боже. Это же она. Фу, я выгляжу уродливо. Я питательная? Конечно, да. Вкусная свежая плоть. Жесть. Так, использовать на нем. Сэр, я принесла огонь ягоды, но они больше не горят. Великолепно, это будет достаточно. Большое тебе спасибо, моя дорогая. Так, и на тебе воду. Сэр Ритвард, вот полное ведро воды. Мне помогли сияющие насекомые. Ты имеешь в виду люцифернов? Да, они милые, но только в этой реальности. Они опасны. Если ты столкнешься с ними в пятой реальности, они могут тебя сжечь. Ого, сжечь меня. Но я еще не была в пятой реальности. Не рекомендую. То, что имеет смысл, там может пагубно на тебе сказаться. Ох, я забыл поблагодарить тебя за воду. Спасибо, Френ. Ах, Френ, сейчас 2:34, путешествие начинается. Пойдем внутрь машины. Ну ладно. Котик. Тут птичка такая механическая. В общем, не важно, но мы куда-то отправляемся. Не знаю, как в плане доверять, не доверять ему. Он подозрительный. Сейчас 2:36. У нас есть прекрасная возможность достичь цели в хороших условиях. Скоро мы отправимся в третью реальность. Ты рада, Френ? Звучит увлекательно. Палант раз рассказывал мне о реальностях, но где они находятся? Скоро ты поймешь. Ответы не так легко распознать. Скоро. Но почему не сейчас? Время течет так, как должно, чтобы ты была жива. Ух ты! Если бы все это произошло сейчас, ты бы, наверное, взорвалась. Вы хотите сказать, что ответы, которые еще придут ко мне, когда захотят? Не совсем. Знаешь что? Я бы сказал, в течение времени ты должна испытать и исследовать, чтобы понять. Это значит, что ответы придут, когда ты их найдешь. А не тогда, когда другие расскажут, где их найти. Ах, я понимаю. Что ж, теперь я рада. Вы пробудили во мне любопытство. Это лучшее, что ты можешь сделать. Будь любопытной, будешь всегда удивляться. А сейчас, Рен, нужно заняться делом. Разговоры не доставят тебя домой. Каким делом, сэр? Машина нуждается в ремонте. Я думаю, что ты отлично справишься.
Вот, огонь, ягоды, вода. Что ты собрала? Обратно мне вернул. Зачем просил? Они понадобятся тебе для починки водяного насоса и синтеза топлива. Всю необходимую информацию ты найдешь в помещении слева. Ну, ты вольна ходить в любое помещение, в какое захочешь. Я буду очень занят починкой автопилота. Если у тебя возникнут вопросы, я буду здесь. Я никогда не делала ничего подобного раньше. Что делает это более увлекательным? Веселись, моя дорогая. Ладно, я пойду. Я тоже пойду, ребята. Мы встретимся с вами в следующей серии. Будем чинить этот летательный странный аппарат. Спасибо большое и до скорого. Пока-пока.